Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть мы будем кликать, просто кликать. И что-то мы будем получать. Я смотрел картинки, и там, короче, что-то будет, какие-то кнопки, очень много кнопок. Наверное, это такая игра. Если это не хорошая игра, то мы просто... то мы больше ее не будем снимать, а просто сохраним, не будем снимать. Ну, если здесь будет много просмотров или лайк будет один, то я обязательно эту игру сниму. Смотрите, я я за 20 могу купить себе 3 автокликера, они могут мне нажимать, но я лучше с собой буду. Так, ну мы сейчас накопим много, и я вам к вам вернусь. Потому что как я нажимаю смотреть, наверное, так неудобно. А как-нибудь... Смотрите, ребят, я уже накопил 200 монет своим кликом. Я 200 раз нажал, и я могу себе что-нибудь купить. Я купил уже 4-х кликер мой. И я хочу... И снизу у нас что-то там есть. Смотрите. Снизу у меня есть... Если я накоплю 500, у меня какой-то там человечек нарисован. Ну ладно, пока не будем отвлекаться на это. Там человечек, короче, нарисован. Я хочу накопить 500, чтобы открыть этого человечка. Просто открыть этого человечка. Я хочу посмотреть, что он делает вообще. И мы копим 500. Я уже 200 накопил. Я нажимаю со скоростью света. Вот, изо всех сил нажимаю этот. Так, нажимаем быстрее. Я со скоростью света начинаю нажимать изо всех сил. Начинаю нажимать до 500, хочу дойти. Все, у меня 500, я могу позволить этого человечка. Чё? Я купил человечка. О, у меня здесь человечек вышел. Во! Он по 5 только что дал мне. Он по 5 дал. 5 кликов только что был. 20 000 на вот этого щелоча. Расстроен, что так дорого. Наверное, этот человек такой крутой. Прям невозможно, наверное, этот человек крутой. Он дает по 10, наверное, не знаю. Копим. Но сначала покупаем автокликер. Вот этот. Чтобы было много, я быстренько буду покупать этот автокликер. У нас уже очень много автокликеров. Нет, уже не хватает. Так. Еще. У нас уже 10. Вот проблема игры. Вот здесь кучу реклам. Вот у нас такие вот заставки. Надо 100 раз нажимать. Вот пока у меня по 10 делается вот так. Я хочу посмотреть. Стойте. А, 900. Сколько это? Это много. Так, ладно, ну давай. Да, человечек, давай. По 8 даешь. Это хорошо. А вы смотрите, здесь можно рекламу просто сделать. Ты получишь. Эй! Где моя реклама? Я нажал на крестик. На крестик. Реклама. Я думала, так быстро закончится, и мне ничего не дали. Капец! Давай. Я коплю. Ой, не хочу, я талию ту. Так, у меня уже... Мне говорят, что у меня 11 автокликеров. Ну где? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня 7 автокликеров. Где мои автокликеры?
8, сейчас у меня... Вы издеваетесь надо мной? Вообще, это игра... О, я уже по 2 прибавляю. Хорошо. Круто. Я хочу купить на этого силача, но он очень дорого. Я хочу накопить на человека второго. Пусть будет 8-8 вот так. Второй человек очень дорого стоит, поэтому мы сейчас купим на него. Он стоит больше, чем 500 вообще. Больше, чем 500 стоит. И еще он даже стоит почти 1000. Поэтому я... Вот, подожди, мы уже почти... Почти на него накопили. Все. Эй! А мы это прокачиваем, что ли? А, я понял, мне нужен человечек, но он стоит так дорого. Он этот большой щелат так дорого стоит, капец. Вот, смотрите, рекламу нам прибавляется очень много. Ну почему это реклама? Но не получается, у меня это реклама. Получается эта реклама. Просто не получается. Ну, давай, нажимай. Кстати, простите, что вообще давно не было роликов. Потому что у меня контент не рос. Контент вообще не рос. Я вот выпустил один ролик, там я смотрю. Я думаю, там уже 2 просмотра хотя бы. Смотрю. 0 просмотров. Я думаю, да ладно, блин, что так мало? И начал не снимать ролики. Поэтому все зависит от вашего контента, от просмотров, от лайков. А лайка у меня ни одного на минуточку. Поэтому я очень прошу вас ставить лайки, подписываться на канал. Вот эта кнопка красная, вот не напоминает красную кнопку. Вот возьмите, как я нажимаю, и просто подпишитесь, чтобы она стала серой. Как мой автокликер, то правда он белый. Подпишитесь, пожалуйста. Так, а мы уже нажимаем, продолжаем нажимать, а вот следующее вообще дорого стоит. Нет. Так. Так, копим на еще один автокликер. Так. Все, я могу еще один автокликер себе позволить. Каждый автокликер по 4 дает. Ну так, нормальная игра. Надеюсь, кому-то это понравится. Нравится будет эта игра. Ну, мне, конечно, чуть-чуть зашла эта игра. Но все равно мы будем. Я буду здесь играть. Только если будет много... Вот, человечки просто вот так. Вот я не могу смотреть на этот красный цвет просто. Вот этот красный цвет, вот такой красный цвет. Надо нажать на него, чтобы он стал серым. Я вот как нажимаю, чтобы как-нибудь его сделать серым. Но... Не получается. О, смотрите, что сверху у нас такое. Хочу. Что-то громко, блин, а громко, очень громко. Ага, врете, вот, врете. Невозможно, что столько денег прибавится, тем более меня могут взломать из-за того, что я... Ждем загрузку, я хочу получить столько денег. Ждем. Да блин, я не получил эти деньги, а зачем рекламу смотрел? Пипау, гамнес. Давай, нажимайте.
Давайте еще одного человечка и закончим наш ролик, потому что мы уже достаточно нормально играем эту игру. Вот еще один человечек, и потом... Сколько человечек? Ну, нормально, еще накопим. Я уже коплю на еще одного человечка. Если вам нравится эта игра, либо пишите в комментарии, либо просто набирайте просмотры. Просмотры можете набирать, и потом я уже начну снимать эту игру, потому что как Roblox, там было целых 16 просмотров, и просто я его снял быстренько. Так, хватит нам уже на человечка. Ну все, мы купили человечка, на этом мы закончим наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! И еще про коммент не забудьте. Ну все, теперь точно пока.